А теперь к официальной хронике. Только что коллеги подготовили материал об очередном важнейшем документе за подписью руководителя страны. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о внедрении нового порядка формирования и финансирования государственных программ развития страны. Меры, определенные в этом документе, предусматривают внедрение кардинально нового подхода в этом направлении. В первую очередь, унифицированию подлежат акты законодательства, регулирующие данный процесс, а утверждаемые концепции развития будут нацелены на долгосрочный период, а не на краткосрочную перспективу, как это было раньше. Ключевым аспектом постановление также является создание специального фонда как централизованного источника финансирования всех проектов государственных программ развития. Тему продолжит комментарий наших коллег из информационно-аналитического мультимедийного центра при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. Узбекистан сегодня – это масштабная стройплощадка. В каждой области, городе или районе сейчас реализуются крупные инфраструктурные проекты. Создаются современные производства. Конечно, организация подобного созидательного процесса без активного привлечения инвестиций из-за рубежа невозможна. В нынешних реалиях, благодаря реформам, иностранный капитал в нашей национальной экономике чувствует себя достаточно уверенно. Однако не все идет так гладко, как хотелось бы. В ряде отраслей, экономики и регионах до сих пор отсутствует концепции долгосрочного развития с учетом имеющихся ресурсов, а также реальных возможностей привлечения капиталовложений, прежде всего иностранных. И как результат, отдельные случаи выдвижения экономически бесперспективных проектов, неэффективного расходования финансовых средств и, в конечном итоге, снижения инвестиционной привлекательности страны в целом. Данные обстоятельства требуют пересмотра самого порядка формирования инвестпрограмм, четких механизмов их финансирования. Теперь, благодаря инициированным главой государства изменениям, процесс формирования госпрограмм развития станет абсолютно прозрачным. А каждый предлагаемый проект отныне будет иметь, что называется, доказательную базу своей эффективности. Что изменится? Во-первых, уходит с обихода такое понятие, как инвестиционная программа. Вместо нее теперь вводится порядок принятия государственных программ развития Республики Узбекистан. В чем была необходимость смены формата документов, мы узнали у профессора Ахмедова, проректора Ташкентского государственного экономического университета. Турбек Кудратыллаевич, сейчас с экономического лексикона уходит понятие инвестиционных программ. Инвестиционные программы, вместо него вводится новое – это государственная программа развития Узбекистана. Что под собой подразумевает эта рокировка и как это отразится вообще на развитии страны в целом? Прежде всего, это подразумевает изменение подхода к формированию долгосрочных планов развития и прогнозов развития. То есть, если раньше инвестиционная программа разрабатывалась одним министерством, ведомством, не совсем было понятно, как она формируется, на каких принципах, не учитывались долгосрочные планы развития, и эти инвестиционные проекты носили краткосрочный или среднесрочный характер. В настоящее время меняется вообще концепция подготовки стратегии, исходя из целей развития нашей страны. Будут разрабатываться программы и концепция развития отраслей, территорий, целевые программы, рассчитанные на 10-15 лет. Исходя из этого, будут формироваться портфели проектов, которые будут нацелены на решение конкретных задач. Например, если ставится задача по развитию какой-то конкретной отрасли, то будут прорабатываться целевые ориентиры на 10-15 лет, формироваться портфель проектов, которые будут обеспечить реализацию этого в данной отрасли с привязкой к конкретным территориям. После этого потенциальным инвесторам и государству будет понятно, под что инвестировать, для каких целей. То есть будет полная картина ясна. Далее меняется вообще процедура отбора и формирование государственной программы, будет разработана пошаговая процедура подготовки проектной, предпроектной документации, проведения тендеров. Раньше эти моменты не совсем были отработаны, в результате чего проекты не получали полного завершения, не достигали целей, происходило недостижение результатов. Некоторые проекты просто-напросто не давали того эффекта, который ожидался. Да некоторые и не реализовывались. Практически были и такие случаи, когда проекты просто-напросто не доходили до своего финального завершения, то есть не были завершены до конца. Вносимые изменения предполагают определение четкой пошаговой процедуры разработки, согласования и утверждения государственных программ, в
том числе экспертизы предпроектной, проектной и тендерной документации. Ранее бюрократический процесс проходил через 7 инстанций, а срок согласования затягивался от 6 до 9 месяцев. Формирование госпрограмм развития будет состоять из 3 этапов. На первом будут разработаны и сформированы концепции. На втором этапе уже сформированный портфель проектов будет согласован с заинтересованными ведомствами. Конечный третий этап – отбор приоритетных проектов для включения в государственные программы развития. Единым источником финансирования станет образованный при Кабинете министров фонд финансирования госпрограмм развития. Координация работы по разработке и реализации государственных программ развития осуществляется Государственным комитетом по инвестициям совместно с Министерством экономики.